Итак, ребят, приветствую вас. Хочу вам показать хорошую квартирку в районе, который называется у нас Блиново. И именно эта квартира на 5-м этаже, в 6-этажном доме, она мне здесь больше всего нравится. Цена за квадрат 82 тысячи рублей. Здесь идет статус квартиры, и что вот здесь хорошего, да, дом уже жилой, со всеми подключенными коммуникациями, здесь у нас стоит хороший, дорогой газовый котел, и эта квартира у нас была на броне, просто с брони она слетела. Вот тут, вот, где мы с вами смотрим на, получается, именно на светофор, здесь у нас находится школа, до школы там 200 метров. Соответственно, здесь три окна, планируется в две изолированные спальни и кухня, совмещенная с гостиной. Если мы, например, посмотрим с вами на улицу, то здесь у нас церковь, как я вам и говорил, до нее там пешком 5 минут. Здесь же у нас Емелитинский вокзал, да, до него 7 минут пешком. Ну и, конечно, вот они здесь, олимпийские объекты. Здесь ночью просто потрясающий вид, я с квадрокоптера снимал. Тут у нас все светится, весь Олимпийский парк. Здесь же у нас стадион Фишт, здесь же у нас напротив нас поющие фонтаны, здесь же у нас море. Другое дело, что вы скажете: Макс, вид не такой. Ну, просто у меня камера широкоугольная, и у меня задний план смазывается. Я сейчас специально возьму и сниму у нас с телефона в обычном режиме, и вы посмотрите, какой открывается вид. Вид здесь действительно супер, вид потрясающий, просто камера не может передать. Мне нужно либо выбирать, чтобы показывалась у нас квартира, вот как она есть, да, либо мне нужно, чтобы мне показывался пейзаж. Я выбрал, чтобы вы адекватно оценивали размер квартиры. Здесь, конечно, она планируется в две изолированные спальни и кухня, совмещенная с гостиной. Опять же, если вдруг кому-то не нужна лишняя спальня, то вы можете сделать всего лишь одну спальню, и будет большая такая вот кухня-гостиная. Я думаю, по логике вот здесь будет спальня, вот именно здесь вот. Здесь у нас будет зона готовки, а вот здесь у нас будет просто зал, и если мы даже в зале будем сидеть, у нас просто будет чумачечий вид на Олимпийский парк. Опять же, до моря дойти можно пешком, там 15-20 минут, не больше, и по ровной поверхности. С двух сторон у нас есть тротуары, хорошие подъездные пути. До Красной Поляны там недолго, в течение 30 минут можем с вами до отсюда доехать. И до аэропорта здесь близко. В общем, при этом здесь самолетов не слышно. Я считаю, что Блиново — это идеальный вариант для тех, кто хочет у нас жить поближе к олимпийским объектам, кто хочет жить у нас поближе к самому чистому морю, да, к самому чистому участку моря, да, чтобы там не было никаких речек, которые впадают, но при этом, которые хотят именно, чтобы были здесь деревья, потому что в Олимпийском парке у нас с деревьями дефицит. Здесь, как вы видите, деревьев хватает, притом хватает их за глаза. В общем, хороший вариант, еще раз повторюсь, эта квартира у нас 51,1 квадратный метр, цена 82 тысячи рублей за квадратный метр, и цена ее 4 200 000. Здесь нужно будет доплатить вот за этот газовый котел ультрасовременный, бесшумный, и за все документы, которые здесь есть. В итоге цена квартиры у нас будет 160 тысяч рублей. 360 тысяч рублей. Но это будет хорошая квартира, в которую можно уже жить, которую можно сдавать. Она будет пользоваться спросом. И в этой квартире будут у вас спокойно у нас высыхать все вещи. И вот если мы с вами посмотрим, да, уже здесь у нас люди живут, уже у нас находится здесь велосипед. В основном здесь все делают у нас теплые полы. И это логично. И в целом я считаю, что этот домик «Удача Плюс» заслужит уважения. Если вы согласны со мной, ставьте лайк. Если не согласны, ставьте дизлайк. И когда ставите дизлайк, скажите почему и покажите альтернативу. 82 тысячи рублей за квадратный метр квартирники в данном, я думаю, вы не сможете мне предложить альтернативу в этом районе, вблизи Олимпийского парка. Ну а теперь всем пока.